Ну, вошли в зону, хоть и не без труда, хоккеисты Куньлуни, однако быстренько остудили их пил представители финской хоккейной школы. И уже в контратаке Йокерит по месту правого крайнего. Момент, гол! Ах, как здорово сыграли сейчас финские хоккеисты! Ах, как здорово! Показалось мне, что защитники Куньлуни ожидали передачу на левый фланг. Нет, так, знаете, против Войтека Вольски жестко поставил корпус, продолжил движение и точно бросил. А Икконен готов был откликнуться на эту передачу, хотя вряд ли бы прицельно дали бы ему бросить представители китайской команды.